осенний день. Радиоактив. Зашел я в первоклассный ресторан. Чего? Но там приют нашел холодный. Посетитель я не модный. У студента вещь опуск карман. Вот там приют нашел холодный, ну, посетитель я не модный, у студента вещь опуск карман. Официант какой-то враг, сверкая белоснежными манжетами, он подошел к нему на ужин. Здесь приятель не пивнушка, и таким, как ты, здесь места нет. Он подошел, шепнул на ушко. Здесь приятель не пивнушка, и таким, как ты, здесь места нет. А год спустя на этом вся я записался в винный синдикат. И подводя итог итогу, встал на ровную дорогу и надел шкарята без облав. И подводя итог итогу, встал на ровную дорогу и надел шкарята без облав. Официант все тот же фраг, сверкая белоснежными манжетами, он подошел ко мне учтиво, подает мне пару пива. Предо мной вертится, как волчок. Он подошел ко мне учтиво, подает мне пару пива. Предо мной вертится, как волчок. Кричу, гарсон! Хорошо, гарсон! В отдельный кабинет перехожу я. Так подавайте мне артистов, скрипачей, саксофонистов. Вот тебе себя я покажу я. Еще раз! Так подавайте мне артистов, скрипачей, саксофонистов. Вот тебе себя я покажу я. Сегодня ты, а завтра я. Судьба злодейка ловит орган. Сегодня ты, даю я сводкой, а завтра за решеткой набиваю вечный шарабан. Сегодня пир, даю я сводкой, а завтра за решеткой набиваю вечный шарабан. Эх! А шарабан душевнее! Американка, какая ложь, какая пьянка. Хотите, пейте, посуду пейте, мне все равно, мне все равно. Хотите, пейте, посуду пейте, все равно, мне все равно. Ща-ща-ща!